Чем ближе лето, тем больше рязанцев, которые предпочитают транспорту велосипеды. К сожалению, к двухколесному средству передвижения растет и криминальный интерес. Велосипед – весьма ценное и при этом часто небрежно хранимое имущество. Этим упущением и пользуются злоумышленники. Для велосипедиста потеря двухколесного друга – событие довольно неприятное. С начала 2017 года на территории железнодорожного района города Рязани было совершено 16 преступлений, связанных с кражами велосипедов. За последние две недели с началом летнего сезона было совершено 8 преступлений данной категории. В связи с постоянным криминальным интересом к двухколесному виду транспорта полиция призывает владельцев проявить большую бдительность и дают некоторые советы, как все-таки избежать неприятных ситуаций. Уберечься на самом деле достаточно просто. Надо не оставлять без присмотра велосипеды, не оставлять в подъезде, оставлять либо в квартире, либо в кладовках, в других каких-то помещениях. Также многие сейчас используют защитные тросики, и это ни в коем случае не гарантирует безопасность. Есть масса приспособлений, которыми перекусывают данные тросики и похищают велосипеды. Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Они различаются по толщине. Самый толстый трос перекусить гораздо сложнее. Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. При кодовом замке не используется ключ. Кажется, что это ненадежно, ведь комбинацию можно попросту подобрать. Но для этого нужно сидеть в абсолютной тишине и щелкать каждую цифру. Для того, чтобы быть уверенным, что ваш велосипед не украдут, нужно использовать минимум две противоугонки. Одной противогонкой мы закрепляем заднее колесо и непосредственно раму. А второе мы прикрепляем переднее колесо к раме. Пристегивать нужно сразу несколько элементов, потому что многие крепления на велосипеде съемные, и за несколько минут можно лишиться переднего или заднего колеса. Также следует хранить документы, полученные в магазине при покупке велосипеда. Если их по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Обычно он выбит снизу. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком. Только забота о своем двухколесном друге поможет вам уберечь его.